A, B, C. Английский алфавит. A, B, C. Приступаем к алфавиту. На двух ленточках желтых написано letters, это буквы, sounds, это звуки. Слева буквы, справа звуки. Нам сейчас нужно выучить буквы. Итак, существует в английском языке 6 гласных. Вот они красным цветом. A, E, I, O, U, Y. Еще раз сверху вниз. A, E, I, O, U, Y. 6 гласных. У них в подчинении есть маленькие отрядики из согласных букв. Вот, например, буква A. У нее есть 3 солдатика в отряде. B, C, D. Следующий отрядик маленький. Это командир буква E. У нее маленький отрядик, состоящий из F, G, H. Следующий, третий отрядик, где командиром буква I. Я ее называю заноза. Там с точкой, видите, маленькая. I. J, K, L, M, N. Вот только что мы прочитали половину алфавита. Отдохнули. Приступаем ко второй части. Четвертый отрядик. O, командир. И солдатики. P, Q, с черточкой, с палочкой, с такой. Q, R, S, T. Пятый отрядик. Командир. U, V, W, X. И последний маленький отрядик, состоящий только из командира и одного солдатика. Буква Y, командир, и солдатик Z. В Америке эту букву называют Z. Вот такой английский алфавит. Первая буква английского алфавита – это A. Она всегда лезет вперед и всем, как всем обращается A, поэтому она стоит первая. Вторая буква B. Она любит бибикать. Бывало, залезет в машину, бибикает, прозвали B. Буква C. Надо много силы, чтобы разогнуть подкову. Сильная, сильная буква очень. Буква D. Она очень щедрая. Она любит делиться. Делиться нужно со всеми. Буква И – это удивлялка, она удивляется. И, глянь, какое солнце, и, глянь, какое дерево. Буква F, она немножко грустноватая раньше была, потому что ей ножку отдавила машина. F, она вздыхает постоянно. Буква G, вечно джинсы покупает себе, каждый день G, джинсы новые покупает. Буква H, она говорит букве A, H, нельзя так себя вести, надо аккуратнее обращаться с людьми. Буква I, это заноза, видите, он точечка, это дырочка. I, кричим мы, когда нам попадает заноза. J, у девочки Джейн висит крючочек золотой, на цепочке написано, буква J, значит, Джейн зовут ее. K, любит играть в хоккей. Эти буквы хоккеисты. L, в уголочек сел. Вот такие необычные буквы здесь у нас под елочкой. M, учить не нужно, потому что большая буква, как в русском языке. А маленькая, запомните, M. N, когда мы пишем номер, мы пишем эту букву. N, номер 5, допустим. N. Оу, это элегантные буквы, они всему удивляются. Оу, какая вода чистая. Оу, пи, они всегда пить хотят. Видишь, какой большой пузик у нее. Пи, пить хочу. Ну, это автор алфавита Владимир Александрович, как говорится. Как говорится, собственный персонаж. Кью. Это буква, которая ходит в гости к букве Ю каждый вечер. R, ходит к врачу, ездит на машине к врачу, лечится, бывает, откроет рот и R, говорит постоянно. S, это похоже на змею, S, в шахматы любит играть. T, она любит пить чай, вот видишь, одна попьет сок, а другой чай, T, по-английски чай. U, поедет на юг, побудет там и опять возвращается назад. U, любит ездить на юг. V, это знак победы. Вот так пальчики делаем два. V, победа, victory, победа. W, я сейчас всех убью. W, я сейчас всех побью. Вот такие две буквы злые, эти W. X, это кошкин звук. Когда мы говорим X, кошка говорит мяу, меня звали X.
буква Y поднимает руки вверх и говорит Y, почему такое небо красивое, почему такое солнце красивое. И последняя буква Z, Z, в Америке он называет Z, zoo, зоопарк. Ну, вот такой у нас алфавит получился.